лучшие, самые верные друзья-подписчики. Пожалуй, я начну сразу же с самого главного. Я выпустил мод на игру с Кулбой. Если вы хотите поиграть в зомби-режим, то ссылка на мод в описании. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь я стараюсь изо всех сил для вас. И еще мод запускается очень долго, около 15 минут, поэтому наберитесь терпения и дождитесь полной загрузки игры. Что ж, хочу пожелать вам всем приятного просмотра. Напоминаю, ссылка на мод в описании. Давайте, чертовы зомби, подыхайте. Я вас всех сейчас нашинкую. Так, а я не поняла, ты почему еще не спишь? Мам, ну можно я еще чуть-чуть поиграю? Еще пару раундов осталось. Никаких чуть-чуть. Ставь на паузу, завтра доиграешь. Да какая нахрен пауза? Это онлайн игра, мам. Тут нет пауз. Или ты меня слушаешься, или сейчас же придет твой отец с ремнем. Выбирай. Ладно, ладно, иду спать. Спокойной ночи, Андрей. Сладких снов и спи крепко. Не забывай, что мы тебя любим с папой. Мам, ты опять забыла. Ручку-ножку ушибешь, все, спи. Это за шум посреди ночи? Пойду тихонько гляну. На кухне никого нет. Может, этот шум с улицы? Мама! Что? Что ты делаешь? Зачем ты посреди ночи поливаешь цветы? Какого черта, мама? Что с тобой? Папа, папа, там с мамой что-то случилось! Папа, ты тоже заболел? Да что с вами произошло? Вот черт, как же мне выбраться? Ладно, прости, мама, но я не хотел. Фу, кажется, убежал. По крайней мере, они достаточно медленные. Неужели мои родители превратились в зомби? Но как? Такое ведь может быть только в фильмах или играх. Кажется, там Игорь с Викой. Вика! Игорь, ваши родители тоже зомби? О, нет! Только не это! Только не мои друзья! Вы тоже зомби! Андрей, что случилось? Мне приснился кошмар. Вы все стали зомби, а папа меня съел. Вот теперь не будешь играть в страшилки перед сном. Это всего лишь сон. Ложись спать. Как же хорошо, что это был всего лишь сон.